Разработчики блокчейн-стартапа Chain запускают новый облачный сервис Sequence. Сервис предназначен для управления балансами в финансовых и коммерческих приложениях. Sequence может применяться для цифровых кошельков, кредитных платформ, рынков и бирж, устраняя необходимость создания индивидуальной системы в каждом конкретном случае. В то время как регистры управляются службой, все транзакции должны быть подписаны соответствующими ключами. Эти ключи хранятся в защищенных анклавах и контролируются пользователями, службами или организациями, обладающими полномочиями по конкретным активам, учетным записям и функциям. Sequence не может получить к ним доступ, говорят разработчики Chain. Отметим, что сейчас доступно превью разработки. Общий запуск Sequence ожидается в первом квартале 2018 года.